Воспитанники детского дома «Берегиня» получили сладкие подарки от якутского хлебокомбината. Напомним, в минувшие выходные, в день государственного флага России, для жителей и гостей столицы Якутии подготовили сюрприз. 280-килограммовый торт в виде российского триколора был разделен на 1400 порций. Из-за непогоды раздача торта на Комсомольской площади началась раньше обозначенного времени и прошла с большим ажиотажем. Подъехавшие на мероприятие дети-сироты не успели к раздаче сладкого лакомства. Якутский хлебокомбинат решил исправить ситуацию и сегодня подготовил для детей сюрприз. Торт предназначался для всех жителей. Конкретно под кого-то он не изготавливался. Там под чиновников, под детский дом, под конкретного человека. Такого не было. Он для всех жителей Якутии предназначался. Но в связи с тем, что так вышло, сегодня мы пересмотрели свой подход к этому вопросу и решили все-таки угостить детский дом «Берегиня» и лагерь «Родничок» сладкими подарками.